Всем привет, меня зовут Александра. Добро пожаловать на канал. Впервые я кого-то приветствую здесь. Мы не отвлекаемся на ветер, мы не отвлекаемся на посторонние звуки, потому что я сейчас на улице. Сегодня будет видео о моей зачетной неделе перед зимней сессией на четвертом курсе. Это все будет в виде влога, но иногда буду появляться я со вставочками какими-нибудь. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, я вообще сейчас в фокусе и со светом. Я очень пыталась сделать нормальный свет, но это очень тяжело. Мой осветительный прибор практически сел, света практически нет, поэтому давайте порадуемся, что я видна и что ракурс снизу вверх, как это обычно бывает. Всем приятного просмотра! Надеюсь, ветер не сильно вас тревожит. Сегодня началась зачетная неделя, 19 декабря. Вот что могу сказать. Сегодня мне никуда не надо идти. Но я делаю курсач. Официально мне надо сдать. Не официально, короче, я могу сдать его в пятницу, но прикол в том, что часть работы из курсача по одному предмету, это часть лабораторной. Или почти целая лабораторная по другому предмету, которую нужно сдать в среду. Вот, поэтому курсач за 2 дня. Маленький спойлер. Я изначально думала, что буду использовать этот проект не только для сдачи лабораторных работ, но также курсовой работы. Но за сутки до сдачи второго я решила все резко поменять и сделать с нуля. Вот, сижу, делаю, пытаюсь. Честно пытаюсь. О, я не знаю. Сзади меня тут шарики. Что еще? У меня тут цветочки впереди меня, но я не покажу, потому что мне максимально лень разворачиваться. Завтра зачет по экономике. Вот. Но у меня уже зачет, я не поеду. Чувствую себя спокойно, потому что сдавать не завтра. Вот кот. Вот цветочки. Покажу цветочки. Вот раз, вот два, чтобы я ничего не перепутала. Сижу, печатаю. Я решила отвлечься, сходить на почту. Пришла на почту, а там, у нас почтовое отделение маленькое, где я получаю посылки. Вот, но даже в этом маленьком отделении помещается, может поместиться немало людей. Вот, так там... Очередь выходит на улицу. На улицу. Я такая, класс. Я постояла 5 минут. Там люди выходили, но очередь не двигалась. Я такая, домой потопала. Но зато прогулялась. Цель была прогуляться. Цель выполнена. То, что я без посылки, в другой раз. 12:30 ночи. Даже половины нет. Я весь день сижу, делаю. У меня был перерыв в сумме 3 часа, наверное. Спасибо. Здравствуйте, это ракурс снизу. Сегодня Алена пошла представлять зачеты по экономике. Вот, я продолжаю. Сейчас почти час дня. Я час пыталась сесть за... Дальше за курсовую окалабы, короче, у меня там все параллельно. Еще я дошла до почты сегодня 5. Я их забрала. Они на месяц задержались. Вот так вот. Второй день зачетной недели. Завтра начинается. Сегодня даже, в принципе, вечером начинается жопа. Потому что завтра надо оформить 2 лабы, одна из которых. Это по курсачу, которую можно сдать в пятницу. Ну, лабы надо сдать завтра. Вот. Я не уверена в том, что я делаю. Вчера я радовалась, сейчас я подумала побольше. И такая... I don't know. Вставочка! В ночь с вторника на среду я спала 3-4 часа. Вот, в итоге я сделала просто форму, то есть прототип. А сами лабы я не оформила ни 10-ю, ни 11-ю. Решила, что с утра будет время доделать часть, и также я часть на паре сделаю. По итогу
Я сдала только 12-ю лабораторную, то есть 10-я была необязательная, хватило 12-й, в которой была вся документация необходимая и сам прототип. В общем-то, я выгляжу не очень, потому что я была в косичках, сейчас их решила расплести. Вот, сегодня среда, третий день зачетной недели, сегодня мне нужно сдать две лабораторные, сдам ли я их, кто знает, доделали я их, нет. Хочу, чтобы все закончилось, потому что мой организм потихонечку сдается. Пока так. Жесть. Но передние пряди мне нравятся, мне, в принципе, нравятся вот эти пряди, именно вот, насколько они такие, но как это уважить, чтобы мне нравилось, кто знает. Мы дошли. Там очень много народу, но мы дошли. Мы доскользили. Всем привет. Да, мы ходили, конечно, было тяжело. Было очень тяжело, но мы смогли. Главное, позитивная вибрация. У нее заканчивается позитивная вибрация. У меня был просто критический вот этот показатель, типа, на единичке 100. Я сдала. Минус один. Я обожаю эту штуку. В общем, обзор подарочка. Где? А вы из кружков, что ли, посмотрели? Нет. Вот это вот. Типа просто... Ты в моменте, когда, короче, ежедневник заполнял, ты такая... Я в моменте. У меня заканчивается зелёный. Подарите мне зелёный. Типа, подарите мне... Да, такая зеленый. Мне нужно именно вот этот название сказала. А Луч, ты жаловалась, что он некрасивого цвета, мы решили заказать. Да, ты просто его взял, было как кирпич. А вот эта штука, ты поняла, почему вот эта штука? Я еще не видела. Эта штука, короче, тебе для бисера, потому что мы увидели, что у тебя, короче, в пакетах бисер, вот, мы хотели, чтобы у тебя красивый бисер лежал. Подождите, вот так вот обзорчик. А что, это типа фокуса можно? Спасибо. А что тут, там? Тут еда? Какая еще еда? Давай. Что-то типа фокуса. Давай. Ну-ка, обнимашки быстро. Так вот. Вот да, вот я вот сейчас вот так вот попытаюсь. Приблизь мне камеру в губы. Они так уже. Вечером, когда я пришла, я была очень уставшая. На следующий день у нас был зачет по веб-программированию. Там были билеты. В одном билете было по 2 вопроса. Мы думали, что это будет простая формальность, но с утра узнали от других групп, что нет, потому что мы писали позже. Там было вопросов 24-25. В итоге я записала все ответы на вопросы в виде кружочков в Telegram. Это было больше для меня, но заодно отправила девочкам. И не зря это сделала, потому что на самом деле на следующий день мы и писали эти вопросы. После этого мы обсудили еще с одногруппницей курсовую работу, потому что она уже сдала. Поняли, что мы будем брать не Entity Framework, с которым я делала другие 12-ю лабораторную к среде, а на Adonate, то есть большую часть надо переделать. Формы, они как бы есть, но вот этот весь код, все программирование надо делать просто заново. И у нас остаются сутки. Вот, мы решили, что мы сходим покушать, приедем домой и просто будем дальше все это делать. Моментик запечатлили. Запечатлили моментик. Всех задолбало. Классно. Ваш комментарий. Я без комментариев. Ночь с четверга на пятницу была очень тяжелой, эмоционально просто. Я уставшая. В предыдущий день благо я поспала. Это уже дало мне огромный плюс. Вот, но все равно сидеть очень много часов подряд все делать. Причем самое обидное, что это все было заново. Вот, в какой-то момент у меня перестает работать программа, у меня случается истерика. У меня ноут не вывозит, типа. Я не знаю. Ноутбук при этом перегревается. Эти 10 минут, пока ноутбук остывал, я была на взводе, можно так выразиться. Я очень нервничала, потому что 10 минут — это
за эти 10 минут можно, можно что-то сделать, и для меня это было очень тяжело, потому что я ничего не делала, типа, какое-то время. Потом в какой-то момент у меня опять перестает работать та же самая проблема, что и в первый раз. У меня начинается вторая истерика, я такая, ладно, я его поставлю в сон, пусть он передохнет. Сходила в душ, помыла голову, передохнула, села, у меня не работает, у меня начинается истерика. Я не понимаю, что мне делать. У меня не работает вообще ни разу. У меня сейчас начнется вторая истерика. Не работает. Я поменяла, удалила, изменила, но не работает. Что я должна сделать, чтобы это заработало? Я даже примера не могу заскринить, чтобы хоть что-то ему завтра показать. Действительно стараюсь. Я хочу это сделать. У меня должно получаться. У меня просто ничего не делать. Типа, я даже не могу на ком сестры перейти, потому что у меня нет SQL сервера. Что, блядь, делать с этим? Что? Я такая тупая. Я нашла. Я потратила на это очень много времени. Я нашла эту грёбаную строчку. Давай, ваша строчка. Пиздец. Можно спросить, когда истерика переходит в нервный срыв? И в чем вообще разница? Я не знаю, если я делаю до сегодняшнего дня, как-то. Оп. Я не знаю, как я буду дальше доживать после до субботы, это экзамен. Я не знаю, как вообще сегодня доживу до конца этого дня. Одна строчка. Мне выводит все просто. Меня все трясет. Я реву. Одна строчка, мать его. За неделю накопилось, я много работала. За предыдущие месяцы тоже. И вообще, я как бы стала очень сильно эмоционально. А с учетом того, что мне как бы скоро сдавать эту курсовую работу, то я переживаю очень сильно, поэтому у меня типа вот малейшая какая-то что-то не так, у меня начинается какая-то истерика. В ту ночь я ревела очень много. И по вставленным кружочкам вы можете это узнать. В итоге я поспала утром около часа, час 15. С утра также доделывала эту курсовую работу. Пояснительную записку я только начала. Мне самое главное было это сделать сам рабочий прототип и сдать его. Я его сдала. Мне должна быть зелененькая кнопочка. Красиво. Нормально. Все нормально. Зачетная неделя, день. Пять. Пять. Она дожила. Она смогла. Еще завтра. Еще завтра можно будет выдохнуть. Я загрузила, мать его, грёбаный отчёт по курсачу. Всё, мне остался один отчёт по одной лапе. И всё, главное, что записка загружена. И всё, типа, я надеюсь, он её проверит. И как бы он не закрыл 4. Агрессивно помогаешь.
они переместились в другое место. Не возьму. Но делают все то же самое. Заканчивается шестой день. Сейчас 12:30 примерно, может даже позже. Но я только тупой домой. Я загрузила все отчеты. Мне больше ничего не надо делать после отчетной недели. У меня осталось экзамены. Официально 4, неофициально 2. Вот. Как бы все. И чтобы проверить курсач. Но его не проверяют, поэтому, скорее всего, это уже до завтра. А еще начинает идти снег. Я не знаю, будут ли какие-то вставки с тем, что проверят мне или нет курсач, но за счетной неделе все, поэтому всем пока. Ой, я решила добавить все-таки концовку. У меня приняли курсач, все хорошо, мне поставили 5, что очень странно, но и рада. Вот, сейчас я в Кронштадте, там прекрасный закат, тут Финский залив. Никого нет, кроме нашей семьи.